Жодинская «Торпедо» прервала шестиматчевую беспроигрышную серию Гомеля во втором круге чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Автозаводцы с минимальным счетом на своем поле одолели зелено-белых. Единственный мяч в этом матче на 60-й минуте забил Дмитрий Юсов, замкнувший головой навес партнера. Несмотря на поражение в турнирной таблице, Гомель сохранил за собой 9-е место. 1 октября команда Алексея Меркулова на выезде играет с Неманом. Гродненская команда пока располагается на 8-й строке таблицы чемпионата.